Павильоны, киоски и даже такси обязали иметь платежные терминалы. С этого начал разговор Сергей Зинчук, начальник управления налогообложения организации инспекции по налогам и сборам по Брестской области. А уж он обо всех нововведениях знает точно. А потому торговых точек, где будет можно расплатиться банковской карточкой, в обозримом будущем станет гораздо больше. Это факт. Обозримое будущее имеет границы. С 22 июля сего года постановление Совета министров вступает в силу. Недавно произошли изменения в законодательство по оснащению платежными терминалами торговых объектов и объектов по оказанию услуг, где расширен перечень с 22 июля 2014 года непосредственно по данным объектам. Дополнительно включены такие объекты, как все торговые киоски, павильоны, автомобили такси, технологические станции по осмотру техническому транспортных средств, санатории, дома отдыха. Белорусы к пластиковой карточке уже привыкли и ощутили все ее преимущества. Удобно и комфортно. Однако следует знать, что терминалы появятся все-таки не везде. При походе на рынок за продуктами по-прежнему не лишним будет запастись наличными. Зато в такси или в торговом центре вы сможете рассчитаться по безналу. С 22 июля все вышеназванные объекты должны быть оснащены терминалами до начала осуществления деятельности. Кроме того, правительство полностью сняло пороговое значение выручки, после которой наступает обязанность по установлению платежного терминала. Теперь все объекты, входящие в соответствующий перечень, обязаны иметь терминалы. Правда, предусмотрительно введено поэтапное внедрение системы безналичных расчетов, чтобы избежать одномоментного повышенного спроса на платежные терминалы. На настоящий момент те объекты, которые включены в перечень, но которые ранее созданы и у которых выручка за 2013 год превышает 975 миллионов рублей, по объектам потребительской кооперации это 1 миллиард 950 миллионов рублей, и по объектам бытового обслуживания 487,5 миллионов рублей, те объекты должны быть оснащены платежными терминалами, и все кассовое оборудование до 1 января 2015 года должно быть уже с платежными терминалами. Крайний срок для установки терминалов по городу Бресту – 1 июля 2015 года. Впереди целый год. В городах районного подчинения – с 1 января 2016. Будем надеяться, что за этот период противники приема оплаты по картам сменят гнев на милость, и все останутся довольными – и клиенты, и продавцы.